Когда появился кинематограф, прочили смерть театру. Когда появился телевизор, прочили смерть уже и театру, и кинематографу. Также существует немало примеров в истории, когда с появлением какого-то нового жанра утверждалось, что книги время сбросить с парохода истории. Но, как мы видим, это по-прежнему отдельный такой источник информации и отдельная культура, которая все-таки никуда не денется очень долгое время еще. Мир литературы, на мой взгляд, гораздо увлекательнее, чем мир кино или каких-то других визуальных искусств массовых. Потому что, читая книгу, ты, с одной стороны, более детально и подробно можешь ознакомиться с сутью, с характерами персонажей. В кино все-таки ты очень сильно зависишь от режиссера, оператора, костюмеров и всей этой огромной-огромной толпы людей, которые уже как-то себе представили и увидели эти образы. В книге, с одной стороны, ты лучше знакомишься с задумкой автора, а с другой стороны, визуальное воплощение зависит только от твоего воображения, и ты сам себе можешь снять кино по понравившейся книге у себя в голове. Я вот сейчас читаю Олдоса Хаксли «Дивный новый мир», это антиутопия, которую я давно хотел прочитать, но как-то она мне не попадалась, а тут на концерте в Ярославле мне дарили книгу, причем, что примечательно, спертую из библиотеки, там на первой странице стоит штампик, а там как раз три антиутопии, две из которых я уже читал, это «Замятин мы» и это 1984 Оруэлла. Пока что я ее читаю, пока что впечатляет. Я надеюсь, что не буду разочарован. А какая самая любимая книга? Пелевин «Generation P» — это уже упомянутый Оруэлл 1984. «Скотный двор» — тоже сильная вещь, но она больше юмористическая. Такая. После нее не было ощущения, в отличие от 1984, что слава богу, что я живу здесь и все так, как есть хотя бы, а не так, как там описано. Мне, когда мне было лет 17-18, я очень впечатлялся Ирвином Уэлшем, это был мой, пожалуй, самый любимый писатель. Мне очень нравится книжка «Порно», я очень впечатлен книгой «Дерьмо». Это книга о полицейском, у которого заводится ленточный червь в кишечнике. И Оруэлл очень классно проводит параллели между жизнью, собственно, этого мента и червяком, который у него барахтается в кишках. Ну, в общем, это очень крутая книжка, очень панковская, беспринципная, при этом издевательская, абсолютно в хорошем смысле этого слова. Ну, просто если раньше я был склонен Ирвина Уэлша, ну, практически обожать безраздельно, то сейчас я признаю, что есть у него немало произведений, в которых кроме непосредственно трэша, говна, извращенного секса и наркотиков нет ничего все-таки. Но это сильная личность и интересный парень, конечно. Что касается стихов, «Серебряный век», интереснейшее время. Достаточно попсовый список. Маяковский, Есенин. Ну, остальные все-таки как футуристы, так и символисты. И все остальные исты, которые были в то время, нравятся скорее отдельные стихотворения, нежели в целом.